Всем привет, дорогие зрители. Я сейчас нахожусь в районе Тосмур. Нашел здесь две квартиры, 2 плюс 1. Недалеко от моря. Максимум 600 метров до моря. Проект был сдан в 2009 году. У нас вид на горы. Рядом есть мечеть. Открыта парковка снаружи. Бассейн. В той стороне парковочная места для мотоциклов и велосипедов. В той стороне также у нас баскетбольная маленькая площадка и генератор. Вот фасад здания. В основном живут европейцы. Строили датчане. Тут маленький-маленький спуск к дороге. За этими зданиями у нас речка Дим. Расстояние до моря 600-630 метров. До речки 240-250 метров. Большой балкон. Сторона восточная. Это первая квартира. Она на среднем этаже. Третий этаж или четвертый. Так. Кондиционер новый. Pro Smart Inverter Arçelik. Гостиная почти с отдельной кухней. Бытовая техника у нас, значит, Бека. В основном Arçelik и Siemens посудомойка. Очень хорошая прихожая. Это хозяйская спальня, родительская. Так, санузел родительской спальни. Первый санузел. Большая спальня, где-то тут 16 квадратных метров. Также есть барбекюшница. Тут второй балкон. Вид на горы, вид на мечеть. По утрам они уменьшают волюм звук изана, чтобы не будить те, кто не хочет вставать, например. Так, это перечёска. Второй санузел. Стиральная машинка Arçelik новенькая. Даже сделали шкаф глубокий. Молодцы. Вторая спальня. 12,5-13 квадратных метров. Это уже южная сторона. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Сеть магазинов ШОК, фруктово-овощные магазины, сеть магазинов БИМ. Позади у нас А101 и тому подобное. Так, дорогие зрители, цена этой квартиры 132 650 евро. Да, именно 650 евро. Вторая квартира у нас стоит 133 тысячи евро. Она на верхнем этаже. Сейчас я туда поднимусь. Так. Здесь вот такой коридорчик. Прямой вход сразу в лифт. Никаких пандусов нету. И ступенек также. Вызовем лифт. Так, вот такой у нас лифт. Вместимо 4 человека. Так, дорогие зрители, входим в квартиру. Та же самая планировка. Счетчик отключим. Siemens стиральная машинка. У нас здесь солнечная батарея на крыше. Теплая вода оттуда у нас используется. Проточного догревателя нету. Это высокий этаж.
Кондиционер тут старенький. Спальня. Вот прекрасный вид на горы. С этого блока. С этой квартиры. Море я отсюда вижу. Здание собирают деньги. Полностью покрасят. В сентябре, кажется. Сейчас сбор средств. Или уже начали. Краски уже купили. Кажется, будут уже красить. Не сентябрь. Планировали сентябрь. Айдат 300 лир. Будет. На данный момент 150 лир. Эту спальню я вам показал. Bosch у нас посудомойка. Siemens духовка. Вытяжка фирмы Bosch, Siemens, холодильник тоже Siemens. Там окошко, тут окошко, о, какая барбишка. Гостиная у нас где-то 20 квадратных метров, 20-23. Без кухни. Балкончик тоже большой. Если застеклить, будет вам дополнительная комната. Купаемся. Все, дорогие. Звоните, пишите по номеру. +90 555 064 91 10. С вами была Гаси из Солнечной Алании, район Тосмур. Всем пока-пока.